Говорит международное радио Китая. Говорит международное радио Китая. Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы. Фокусы внимания. Администрация Сандана призвала жителей района противостоять насилию и отстаивать верховенство закона. Поздравление президенту Египта в связи с терактом в Каире. Замглавы Народного банка Китая заявил, что США не правы, а Китай страной, манипулирующей обменным курсом. Китайско-российское повышенное сотрудничество в области спутниковой навигации Демонстранты Синьцзяна мешают в повседневной жизни горожан негативно влиять на систему и общественные службы. Об этом 6 августа заявили представители ряда департаментов администрации особого административного района на межведомственной пресс-конференции по поводу беспорядков. Власти призвали население противостоять и решительно отстаивать верховенство закона. Как отметил административный секретарь особого административного района Джан Джанзин, ужесточенные противозаконные деяния, сопровождаемые перекрытием основных транспортных артерий города, атаками на полицейские участки, порчи имущества, подвозами, метанием взрывоопасных предметов. Эти насильственные противоправные действия серьезно повлияли на процветание и стабильность в регионе. Ставят его в опасную пропасть, установили чиновники. Это выбор, да? Александр, это сам выбор. Жители Синьцзяна должны иметь четкие позиции в противостоянии насилию, осудить злодеяния и преступления родителей и остановить их действия, наносящие ущерб Синьцзяну. Мы должны прилагать совместные усилия к отстаиванию верховенства закона. По словам Джан Цзянцзуна, большинство синьцзянцев соблюдают законы и вносят свой вклад в обеспечение процветания и стабильность региона. Он призвал местных жителей приложить дальнейшие усилия к содействию развитию мегаполиса. Со всеми начальника управления безопасности Ли Цзяча 5 августа демонстранты заблокировали работу железной дороги. Нанесли серьезный ущерб социальному порядку. Представили серьезную угрозу безопасности жизни и имущества жителей Синьцзяна. Развитие ситуации стало в опасное положение. Ли Цзяча поблагодарил синьцзянскую полицию за строгое наказание противоправных насильников в соответствии с законом общественной безопасности. О проблемах, созданных демонстрантами для аварийных мест, рассказал замглавы противопожарной службы города Джен Жуйань. Перекрытие основных магистралей создало серьезные препятствия для оказания экстренной помощи. Протестующие используют различные виды оружия, вплоть до опасных веществ, напалмовых и зажигательных бомб, что может привести к выгораниям. Территория Синьцзяна густо населена, стройка невысокая, в случае возникновения пожара огонь очень невысокий, перекинут на соседние здания. Угроза для жизни и здоровья людей и сохранности имущества слишком высока. Демонстранты разводят огонь и поджигают различные предметы, чтобы не серьезные угрозы безопасности жизни и имущества жителей. Эти действия чрезвычайно безответственны и нуждаются в резком осуждении. Более подробно с этой и другими новостями вы можете ознакомиться на нашем сайте в адрес www.tarasin.com.
сейчас информационный выпуск. Что ж, в августе председатель КНР Си Цзиньпин направил соболезнования президенту Египта Абдель-Фатаху ас-Сиси в связи с терактом в Каире. Послание Си Цзиньпина говорит, что я от имени китайского правительства и китайского народа, а также от себя лично хотел бы выразить глубокие соболезнования пострадавшим и погибших. Желаю раненым скорейшего выздоровления. Си Цзиньпин отметил, что он выступал против всех форм терроризма. Пересекает осуждает эту террористическую атаку. Китай поддерживает усилия Египта по обеспечению национальной безопасности, стабильности и борьбы с терроризмом. Заместитель директора Народного банка Китая Джан Юйли 6 августа заявил, что Министерство финансов США ошибочно приписывало Китаю к странам, манипулирующим обменным курсом. Это не только не соответствует элементарным знаниям в экономике, и договоренностям международного сообщества, но и не отвечает по критериям оценки, так называемых манипуляций обменным курсом, которые действительно выступают против этого. Сын Юли заявил, что США является ответственным государством и никогда не занимался конкурентной девальвацией валюты и никогда не использовал валюту в качестве инструмента для повышения конкурентоспособности. Как финансового кризиса в Азии в 1992 году, так и в международный финансовый кризис 2008 года, Китай ответственно обещал сохранить национальную валюту стабильной, что внесло огромный вклад в возрождение глобальной экономики и стабильность международного финансового рынка. Чен Юйли также заявил, что к августу произошла определенная девальвация китайской национальной валюты, которая была вызвана рыночными колебаниями в ответ на изменение ситуации в глобальной экономике и усиление торговой экономической страны. Это было толчком и определением рыночных сил и не имеет отношения к манипулированию обменным курсом. Многие европейские эксперты поставили под сомнение правомерность решения Министерства финансов США по отношению Китая к числу стран, манипулирующих валютным курсом, которое было более понятно. Они указали на то, что колебания курса юаня соответствуют законам. Американской стороне есть... США и договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Лисин заявил, что Китай выступает против пренебрежения США протестов со стороны международного сообщества. Глубоко сожалеет о своевольном выходе США из дальнего договора и выступает против этого. 2 августа США официально объявили о выходе из договора, и представитель Пентагона открыто заявил, что США будет стремиться к восстановлению разработок и разнесению ракет средней дальности. Дипломат добавил, что реальные цели США являются снять из себя и поиск односторонних военных и стратегических преимуществ. Если США предпримут вышеуказанные безответные односторонние действия, это серьезно повлияет на стратегическое равновесие и стабильность мира. Усилит напряженность в международных отношениях, нарушит стратегическое взаимное доверие держав, навредит процессам ядерного разоружения и контроля над вооружениями, а также поставит под угрозу мир и безопасность соответствующих регионов. Китай, как и большинство членов международного сообщества, выражает глубокую озабоченность развитием вышеупомянутых незащитных событий. Этим заявлением Китай отметил, что с выходом из данного договора мы объявили о решении эпохи двустороннего ядерного разоружения США и России –
и снова поднял вопрос об участии Китая в многосторонних переговорах и по контролю над ядерным вооружением. Соответственно, полностью меняется в безвременно мирового сообщества. Китай не хочет и будет участвовать в переговорах по контролю над ядерным разоружением. Он подчеркнул, что ядерная стратегия самообороны Китая полностью прозрачная. Ядерная политика в высокой степени ответственная, а ядерное вооружение Китая крайне ограничено. И Китай никогда не угрожал международному миру и безопасности. Как сообщила 6 августа комиссия по спутниковой навигационной системе КНР, соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем в мирных целях скоро вступит в силу. Президент России Владимир Путин на днях подтвердил данное соглашение. В настоящее время Китай также выдвинул процедуру ратификации данного документа. Соглашение после того, как обе стороны выполнят необходимые дипломатические процедуры. Напомним, 7 ноября 2018 года после 23-й регулярной встречи премьер-министра Китая и России китайским премьером Ли Кэцяна и премьер-министра России Дмитрия Медведева председатель комиссии по навигационной спутниковой системе КНР Ван Джао Вэ и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Дмитрий Рогозин подписали соглашение о сотрудничестве. В этом соглашении стороны будут сотрудничать в области совместного применения спутниковых навигационных систем ДЭЛО и ГЛОНАСС. Строительство станции мониторинга, оценки, мониторинга, а также исследования и использования технологий навигации. 6 августа на полигоне в пригороде города Урумчи Синьян-Уйгурского автономного района стартовали китайско-киргизские совместные антитеррористические учения Народной вооруженной полиции и Национальной гвардии Киргизии сотрудничества 2019. Это первое совместное антитеррористическое учение между подразделениями спецназначения двух стран. Учения призваны углубить взаимодействие в области безопасности, повысить антитеррористическую боеспособность и расширить сотрудничество между войсками системы двух стран. Мероприятие также будет соединено с заместителем командующего Народной вооруженной полиции КНР генеральным лейтенантом Ян Гуанье. Выразил надежду, что предстоящие китайско-киргизские военные учения укрепят дружбу и расширят сотрудничество между войсками двух стран. Они не направлены против какого-либо третьей страны, отметил генерал-лейтенант. В городе Чэньчжун открылся первый в Китае филиал института БРИК по изучению сетей будущего. На церемонии открытия заместитель министра промышленности и информатизации Чэн Заочи отметил, что открытие филиала института БРИК по изучению сетей будущего это важное событие в рамках реализации конференции, открытого лидерами стран БРИК. Это имеет большое значение для дальнейшего обновления сотрудничества между БРИКС и другими развивающимися странами, содействуя полному применению технологий сетей будущего, а также процветанию и развития цифровой экономики. Чен Цзяосин интернета, цифровой экономики, открыть новое пространство и потенциал для сотрудничества. 6 августа корпорация Standard Chartered. Это первая платформа поддержки венчурного инвестирования в финансовые технологии, созданная корпорацией континентальной части Китая в целях образования инновационной экосистемы
содержащие в себе банк, клиентов и финансовые технологии 3-1. Генеральный директор, заместитель председателя правления компании Standard Excel. Сэлла, Джан Сэлла, отметила, что финансовые технологии меняют. Это система целой финансовой индустрии. Цифровая трансформация изменения финансовых технологий является общей тенденцией развития банковской индустрии Китая. Создание компании NFC Ventures знаменует официальное начало инвестирования поддержки и сотрудничества иностранного банка и китайских финансовых технологий. Поездка по провинции Джидзян стартовала 6 августа в административном центре провинции в городе Ханчжоу. Мероприятие приурочено к 60-летию образования Китайской Народной Республики. В нем принимают участие более 400 представителей молодежи из Сангана и Аумэня. В ходе поездки они посетят ряд городов провинции. Рубрика «Текущие события». Анализ, комментарий. Китай глубоко разочарован действиями Министерства финансов США, которое выступило ПВР в России стран для регулировки с спортсменом Горцем на финансовой валюте. Навесило никакого ярлыка на Китай. Не соответствует количественным критериям для так называемых стран манипуляторов на рынке валюты. Действия США – публичная провокация, которая укладывается в американскую политику от настоящих финансов и протекционизма. Вашингтон утверждает принятые Китаем с международными правилами. Все полагают, что цель Вашингтона в том, чтобы продолжать оказывать жесткое давление на Китай, препятствуя его экономическому росту. В связи с этим КНР выражает крайнее недовольство и решительный протест. Нужно США вернуться на финальный экспортный путь единой международной экономической деятельности. Напомним, что отчет, в котором говорится, что Китай в основном соответствует утверждениям Соединенных Штатов Эдгартом и не манипулировал Полем Курском для получения несправедливых торговых преимуществ. Однако всего лишь через 2 месяца американский Минфин отменил собственное заключение, противоречие самому себе. Согласно достигнутому Всемирной торговой организации и Международным валютным фондом, последний является специализированным агентством по управлению международным обменным курсом. Соединенные Штаты не имеют права в одностороннем порядке оценивать обменные курсы других стран. Хотя по итогам отличных консультаций по вопросам китайского юаня Международный валютный фонд фундаментальным показателем. Эксперты полагают, что недавнее ослабление курса юаня является отражением спроса и предложения время всех условий, а также колебаний на мировых валютных рынках на фоне изменений мировой экономической ситуации и обострения торговых трений из-за неоднократного повышения американской стороной пошлин против китайского экспорта США.
Ситуации и преследования, и проводит в соответствии с валютными регулированием проведения в режиме управляемого плавающего валютного курса. В рамках механизма курс китайского юаня определяется спросом и предложением на рынке. Вопрос о регулировании на валюты вообще не существует. Кстати, отметить, что Центральный банк Китая имеет необходимый опыт в инструментах, расположение в основном стабильного курса юаня на разумном торговом уровне. Так, с начала 2005 года по июнь 2000 года номинальная основная курс юаня вырос на 38%, и реальная основная курс юаня укрепился на 47%. Юань – одна из тех валют, которая значительно выросла во всем мире. По мнению экспертов, китайско-американские торговые дисбалансы связаны с такими факторами, как недостаточное внутреннее сбережение Соединенных Штатов и ограничение США на экспорт высокотехнологичной продукции в КНР. Так что Соединенные Штаты должны прежде всего решать свои собственные структурные проблемы, а не объединять другие страны манипулированием социальным курсом. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю программу «Текущие события». Вы тоже будете лучше узнать Китай, посетите наш сайт. Просим вас, Татьяна.Радио.Сетин, оставайтесь с нами. Познаем Китай, все о Поднебесной. Ключевая фраза на сегодня. Суперзвезда хоккея. Бин Сиу Джи Син. Суперзвезда хоккея. Бин Сиу Джи Син. Член клуба РКЛ Вашингтон Кэпитал. Суперзвезда российского хоккея Александр Овечкин 5 августа приехал в Питер. На хоккейной площадке «Солдан» он поделился с китайскими детьми своим спортивным опытом. Хотя в Китае хоккей начал развиваться позднее, чем в России. Отмечается его бурный рост благодаря повышенному вниманию к подготовке спортсменов, заявил Овечкин в интервью информслужбе «Россия Китай Зорная». Российский форвард уверен, на предстоящей пекинской зимней олимпиаде 2022 года свое высокое мастерство покажет большое число китайских хоккеистов. Имя Александра Овечкина принял Сюй Хэшао, организатор международного студенческого хоккейного турнира 2019 года и бывший начальник команды Бейтс Колледжа в городе Милтоне, США. Он рассказал, что Овечкин достоин всяческого уважения как спортсмен и как тренер для молодых хоккеистов. По его словам, хоккей и...
Системы станиславского. Теория сценического искусства Ленинградского. Техники на протяжении 100 лет имеющие огромную популярность в России и во всем мире. Она нарисована теориями Мейнштейна и Кирпича Бреста, была названа одной из трех великих актерских систем и оказывает огромное влияние на развитие театрального и сценического искусства в разных странах мира. В период 1922 года и 1924 год. Участки следующая автобиография. Аналогичный дискуссии, в которой подчеркнул важность понесения экономической теории и творческой практики. 1928 года Станиславский приступился к самому книге «Работа в сфере над собой», обобщив опыт нескольких и сформулировав важнейшие положения современной театральной эстетики. Произведения Станиславского, изданные на многих языках, стали исполнены эхом для каждого работника театра. Система Станиславского завоевала высокие оценки китайских театральных вузов, включая Мэйнансана. Впервые произведение Станиславского появилось в Китае в 30-е годы, а после 1949 года его работы изучались по всему. Также советские театральные специалисты были приглашены в Китай. Система Станиславского стала важным особенным для формирования актерской системы китайской эстетики. Панорама экономической эстетической ночи всего Китая. Эпичетия. Протепенная медицина. Эпичетия опера. Вот моя музыка. И на экран. И вот тема. Интересная экипала. Это большой фильм международного радио Китая. В эфире рубрика «Горизонт». Но изначально у меня был такой план. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада с вами встретиться в передаче «Прекрасная Анна» по микрофону Дизи. Сегодня давайте поговорим о одной женщине с удивительной историей. Ее зовут Кинси. Ежедневные рекламы телевидения по-прежнему насаждают нам определенные образы женщин. Пропагандируется культура мужественности для мужчин. Трудно находить баланс. На самом деле, не так важно, женщина любит, одевайтесь как мужчина или наоборот. Хотите ли вы сменить что? Главное, чтобы четко понимали, кто вы докладываете. Китайская колонина и основательница Шанхайского театра Данса Дзинцин. Она сильная женщина с непростой жизнью. Давай,
Ежедневную программу средства 100 миллионов человек. Сосвоем шоу Тинькин объявил в адаптированное к составлению Сутки Пау, традиционно китайской статья. Делился со зрителем земной мудростью, детскими сарказмами и историями из своей большей, чем третьей жизни. Дети чувствовала себя китайской опрой уютрой. Амбиции такого масштаба были полностью удивительными, если бы не прошлое Тинькин. Она росла на холодном северо-востоке Китая, выросшей в Сиян провинции Ляо. Мы уже подсознаемо, что у папы покой, как остальные маленькие мальчики. Да, не ошибись. Тогда Дин и Сибуа мальчиком. С раннего детства она отличалась острым умом и однократно выигрывала математические состязания в местной начальной школе и интересовалась танцами. Врачи успокаивали, что она сможет ходить через 4 дня, но она смогла вернуться только спустя 3 недели. Они могут подумать о окружающие. Ей было важно, что ее решение смогли принять и родители. Если они не против того, что я меняю их творение, то почему меня должно волновать мнение кого-то еще? Я родилась моим чеком, но ощущение теперь вызвано, чтобы общество воспринимало как иначе. Ленинский дети для меня, а вы напоминаете. Она открыла независимую танцевальную группу, которая танцует танцы от Тинькин. Самостоятельно пришла в 2006 году, наконец-то открыла свое будущее мужа, немецкого дипломата, работающего в Катаре. По словам Дмитрия, единственное, нравится, что она в прошлом была мужчиной. Между семьей и международными танцевальными фильмами она начала участвовать в различных активностях по команде «Шахтарской жизни», где ей дали прозвище «Дипломаты и Лучи». Тут же Дзинцин добавляет. С другой стороны, одна где граница. Да, я озвучиваю, как часто они приятные факты. Но я знаю, как не стоит все так смысле. Сейчас Дзинцин 51. 5 лет назад было даже смешно вопросить. Как лучшего китайского танцора мужчины, выступавшего в группе народно-освободительной армии, специально известного Китая в Ленинграде. Счастливой замужней жизни, мастера неприемной поведения, основательница и преподавателя театра танца, открытый и признанный Китайской Народной Республики «Трансформер». Сейчас она вдохновляет сотни танцоров на технике и преодоление себя и тем тяжкого труда. Красота. Красота.
«Красота по-китайски». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передается «Красота по-китайски» и в студии ведущая Анна. Всем влюбленным парам в Китае повезло вдвойне. А все потому, что в Китае день влюбленных будет отмечать два раза в год. Потому что февраля по григорианскому календарю, то есть в день Святого Валентина, и традиционный китайский праздник Чи-Си-Дзе. Чи-Си-Дзе – один из самых романтичных традиционных китайских праздников. Отмечается он вечером 7-го дня, 7-го месяца, по сонному лунному календарю. А сам рождаем, по григорианскому календарю, этот праздник обычно выпадает на август. Он у нас в 2019 году его встречает 7 августа. Впрочем, сами китайцы называют его по-другому. Фестиваль Чи-Си или Чи-Си-Дзе, что переводится как праздник 7-го вечера. Вечер на Азане фигурирует не фестиваль. Это праздник связан со звездами, ночной небе и интересной легендой. Достаточно показать. И на самом деле кадеты бездонного неба с мириадами звезд вокруг. Где-то там скромно сияют две влюбленные звезды, разделенные бесконечными мирами по приказу суровой небесной императрицы. Туманные дорожки между ними пролегают серебряная река Люцепу. Но именно в этот день они могут встретиться, ведь на подклоне появляется мост, созданный сотнями сорок, светившихся со всего света. Легенды достойны целых месяцев. А еще один. Упоминание этой истории встречается в поэтических произведениях 7 века до нашей эры. И все, что они сотни его версий. Я расскажу вам сегодня только одну из вариантов. И эту историю, думаю, знает каждый китайец. В глубокой древности дождей не было совсем. И считающие небесные императрицы попросили дочерей, а их было семеро. Достаточно цветные моря. То есть эти часы приготовили сам синий и белого цвета. И только младшие сильнее, когда они стали удерживать бутонов из небесного сада. И приготовила красивое полотенце. Довольная мать наказала кровать и белые одежды по божьей синие дождливые, а ранним утром на заходе солнца облачаться в светлые. Изобретательные дочери пожаловали почетное звание. Почетное. Нет, был простым и волонтерным. Он потерял родителей и сборки, его родственники, подвергаясь этому тоже. Он сбежал из ненавистного дома и встретил старика. Старик привел его к своей корове. Милан выходил эту корову, и именно по этой причине его стали называть Пашу. Старик был на самом деле сверхъестественным. Из своих колес в и прицепила на небе реку в лучший путь. Смела на дыре, оказались на разных берегах Северной реки. Проблемы на дыре друг на друга и на дыре. Вот такие предъявленные звезды, сорочённых две звезды. Вега, Дыня, лично должна была стать облаком, а Альтаир, Мила,
вставать к ним и работать об этом. Это маленький слезок. Рабочий круг устроен от всех сторон. Коробки и переса всего света, чтобы послужить, сочинить и посвятить, и дома оставить через лестницу. Но прокрытие, потому что она такой глубокой любовью, я не влюблённый, это стало встречаться каждый год 7 числа 2 месяца на Сорочье мосту. Пара пока стоит. И я с измерными кругами. Последует для них, это не дает самая яркая подъездная лета. А не он, а за них. Самая яркая подъездная лета. Это легенда о космосе. Встречаются звезды, звезды, а салют выстрелят из воды. Они в одной семейке, а то реально они кажутся всего друг друга. Один влюблён, есть два вентилятора, это ещё один из самых древних кандидатов Китая. И вот сейчас ещё современная ситуация, что он родился в великой китайской стене, ему около 2000 лет. Это восхитительная традиция, берега хранения много кандидатов. Это предлагает истинно, что уже сопровождается в период династии Хан, а период династии Хан и Юан, 1950 года, отправили в и уже тогда возникла традиция шайки, которую испытал один из самых любимых, обменивался памятными подарками. Как только не принято на людях проявлять кайфы. На праздничный день многих приподнятое настроение. Последние годы традиционные праздничные стихи пользуются большой популярностью не только у китайской молодежи, но и у людей старшего поколения. В этот день принято дарить цветы, конфеты, другие обычно любимых возят в рестораны и бензинские. Но некоторые, особенно романтичные молодые люди, предлагают своим любимым и более оригинальные подарки. Так что иголки на этот день могут не обделить их семьи благополучными счастьями. Эта церемония является легкой. Она можно на ней забыть медные монетки, или посетить или точки современные. Особенно любимую один китайца. Правые традиционные традиции очень важны. В этот раз будет знаков внимания к этому. А если будет готово, то это будет это будет информация. Второе слово вечером отправляется в виноград. Там почти беседует с подписчиком. Как искать в одежде солнечный фонарик? Не забывают подключиться за небом. Падающие звезды забывают за холода. Падающая звезда – это не полное, как там почти солнечный прибыль. Второй фонарик цветочных лавок и всевозможных банок. В этот путь торговля особенно больше. Конечно, в больших городах традиции несколько утрачены, но как раз в городах они сохранились. Да и городская молодежь, как они говорили, в Тайске отмечает день двойной смерти в качестве национального праздника всех влюбленных. На протяжении целого ряда поколений приезжие жили долголетия, имея этих населителей далекой древности, разрабатывали чистоты, которые позволяли человеку отвести внутреннюю гармонию, сохранить свой ум спокойным и неунывающим. Известно как «Сессия неизменно». Первый тысяч. Именно «Сессия внутреннего миротворения». Как этого достичь? Не тревожа ум напрасными ожиданиями.
вместе с мысленным желанием. Поэтому повод, приверженность уже здоровой жизни и толколетия обуждает свои желания и сознание ситуации умиротворения.
Ключевое слово здесь – дружелюбие. Противоположное качество, отвращение и антипатия. Считается, что эти качества на тонком уровне очень сильно влияют на усилительную систему. И предоставляют нам кое-что вариантов. И каждый человек на всем окружении – это как-то учитель, который дает нам возможность выбора материи полетения. Это как наше домашнее задание. Для того, какую оценку мы получим, в определенной степени зависит наше здоровье. До свидания.